Краснодарский край – российский оазис пляжного отдыха и горного туризма. Миллионы машин круглый год движутся по трассе М4 Дон, чтобы добраться до кубанских субтропиков. М4 Дон – это главная дорожная артерия, которая связывает Россию со столицей Олимпиады 2014. Дорожно-строительная компания «Автобан» занимается созданием высококачественных автомобильных дорог, которые являются основой для развития регионов и улучшения качества жизни людей. ДСК «Автобан» была создана в 1999 году, объединив 12 филиалов и управляемых обществ. Компания входит в число ведущих дорожно-строительных компаний Российской Федерации. Сейчас компания «Автобан» занимается реконструкцией и капитальным ремонтом участков автодороги М4 Дон в Краснодарском крае. По реконструкции у нас ремонт дороги, находящейся в плохом состоянии, и обновление дорожной одежды. По капитальному ремонту, это ремонт отдельных участков покрытия, восстановление поперечного профиля проезжей части и земляного покрытия полотна и улучшение систем водоотвода.